гостей. Хозяй хлеб достой, дай бокальчик и кувшин с вином, так же, как растут виноградники в Молдове. Наше действие отопления вина. Как, например, данные анфоры, их использовали в Древней Греции. Легенда гласит о том, что когда в семье рождался ребенок, несколько анфор, наполненных вином, закапывали в землю. И в день свадьбы этим вином угощали всех гостей. В данный момент такая традиция присутствует в Армении. Глубокой точки подвала, примерно 100 метров под скалой. Здесь находится фабрика по изготовлению игристого вина. То есть из-за того, что шампанское – это запатентованное название во Франции, регион Шампань в Молдове официально называется игристый вин.